Доброе утро, дорогие друзья. Начни день с зарядки, а можно ведь и продолжить день концертом. Концерт Андрея Коробейникова и концертного оркестра «Югры» под управлением Сергея Свиридова пройдет в Большом зале концертно-театрального центра «Югра Классик» 26 января в 18.00. Сегодня эксклюзивное интервью, поскольку у нас в гостях и художественный руководитель, и главный дирижер концертного оркестра «Югры» Сергей Свиридов, и пианист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников, Советский Союз. Ну, как-то так, я помню, в детстве в интервью представляли Доброе себя, утро. Да? А я не, это было не интервью, на самом деле. Но это я в интервью это читал. Это были мини-выступления импровизированные. Это у меня была, да, игра с, самого с собой. Вот, но... Самим перед собой, опять да. же. Да-да-да, сам себе. И в качестве исполнителя, и в качестве зрителя. Да, но я и конференции. Почему-то мне нравилось, что я представляю Советский Союз, хотя его уже не существовало на тот момент, по-моему. Или вот было какое-то... Вот как раз это, может быть, пограничное состояние. Пограничное состояние, но вот я это чувствовал. Мороз по коже, как мне это очень нравилось. Добавляла пафоса. Ну что ж, доброе утро, господа. Доброе утро. Теперь о концерте. Как родился ваш дуэт, вот ваше сотрудничество? Как вы пришли к этому? Ну, слава богу, что мы с Андреем уже не первый год знакомы и дружим. И я счастлив, что он приезжает к нам сюда и находит время в своем плотном графике. И я знаю, что ему нравится сюда приезжать. И, насколько мне известно, Андрей приезжал сюда еще при Ткаченко, по-моему. Или не Болеславле, да? Болеславле, когда да. Она и вот он близко знаком и с Березово, и любит этот район, и вообще Ханты-Мансийский, и наш округ. Поэтому, ну, сейчас это уже, наверное, стало доброй традицией, поэтому мы рады, что он к нам приехал. Что вместе, как, я вот когда эти почитали в интервью, как рады в любом месте, куда приезжает Андрей Коробейников. Скажите, вот мы сегодня, это я сейчас зрителям поясняю, что нам удалось, поскольку мы работаем в прямом эфире, удалось застать, как вы сейчас верстаете программу, то есть последовательность. А вообще, как вы ее составляли вместе, вот чья инициатива больше проявлена была? Кто-то возрадовался тому, что меня услышали. Ну, все очень просто, мне кажется, происходит. Я всегда, когда приглашаю того или иного солиста, я отталкиваюсь от того, что он хочет поиграть, что бы он хотел. Да, конечно, есть у меня там свои идеи, мысли какие-то, но я никогда не навязываю этого. Сергей Валерьевич, вы не давите, да? Я не имею на это права просто никакого, потому что солист, он должен быть абсолютно свободен. Ну, дирижер имеет, конечно, право. Но будем честны. Стараюсь этого не делать. Но в выборе программы оркестровой, где мы играем без Андрея, это тут уже были какие-то мои идеи, и идеи Андрея, кстати, тоже. Вот. А саму программу по порядку, наверное, составлял уже я. И вот сейчас, собственно, вы были свидетелем того, как этот порядок Андрей озвучил. Потому что Андрей вообще 2 часа назад только прилетел. Ну, Андрей, вы свежо выглядите. Да, это все Скажите, это опыт. Скажите, для вас, опять же, вот человек вот сейчас, да, на экране сейчас зритель видит, вот сосредоточенно. Да. И все-таки, когда нужно обращать внимание на дирижера, это не отвлекает? Вот в этих... Да, это отвлекает, на самом деле. Потому что, как правило, дело в том, что рояль такой инструмент, на котором столько всего можно выразить, и композиторы этим пользуются на полную катушку. Поэтому в очень многих произведениях с оркестром ты уже, у тебя нет времени на левую руку посмотреть, на правую. А там еще бывает сложно, когда действительно на дирижера посмотреть и никуда не деться. А у тебя в этот момент скачки какие-то. Ты смотришь на дирижера, думаешь, там, Сергей Васильевич Рахманин, ты там, Сергей Сергеевич Прокофьев. Ну, вы... Значит, написали. Ну, с другой стороны, такой, на самом деле, заряд от музыки, что... от гениальной музыки, что все трудности ты преодолеваешь просто потому, что вот, ну вот желание музыки, желание творить, оно пересиливает любые там, даже там, не только трудности игры, там, транспорт, болезни, еще что-то ты сразу собираешь. Вообще душевное состояние совершенно другое становится. Вот, и иногда тоже после концерта ты сам уже устал и думаешь, так, это так получилось, это не так получилось. И ты видишь зрителей, у них глаза горят, и думаешь, вот не зря... Кстати, а как Андрей руки себя чувствуют после концерта? Хорошо очень чувствуют. Но в зависимости от инструмента. Да, ну бывает такое, что рояль реагирует там, на влажность, на какие-то еще условия, поэтому бывают легкие рояли, тяжелые рояли. Тяжелая поэтому... это где влажность? Влажность как раз. Ну, тяжело нажать. Утяжеляется клавиатура, поэтому, ну, если соответствующий репертуар, где
где нужно, так сказать... Экспрессию проявить. Ну, экспрессия разная бывает. Ну, так сказать, проявить, так сказать, свои мужские качества. Вот. Поэтому... Сейчас женщины встрепенулись. Интересно, как Андрей 26 января проявит мы свои мужские качества за роялем и в каких произведениях? Скажите. Ну, там будет как раз произведение. Там будет где показать. Где с лихвой. Да. Для Прокофьева это был такой дебют. Это его дипломная работа. Это его дипломная работа в Петроградской консерватории. Первый концерт его сразу назвали футболистом, так. Потому что для того времени, конечно... После Чайковского и молодого даже Рахманинова. Даже Рахманинова, да. Да, это воспринималось, это, конечно. Это совершенно революционная музыка, причем она удивительно, что она абсолютно совершенна. Вот 19 лет человек пишет, ну, без тени какой-то, что можно было бы еще улучшить. Какую-то. Ну, настоящий там... мастер, на самом деле, да, в даже, столь юном возрасте. Даже у Рахманина первый концерт, музыка самая гениальная, но потом он переделал. А вот, кстати, у меня всегда был вопрос, у исполнителя, вот не бывает такого, что хочется что-то от себя добавить? Да. Ну, вы же, кстати, это наверняка и делаете. Чем многих классических, так скажем, ценителей классического искусства повергаете в некий шок? Нет, я все-таки стараюсь ничего не добавлять, потому что я стараюсь идти от автора. Вот. Другое дело, что все мои как бы споры с ценителями, они касаются только академической традиции. Потому что бывает, что за 200 лет какой-то традиции уже настолько все ушли от того, что написано в тексте, а я, прежде всего, стараюсь задуматься... А почему именно так написано? Вот композитор — живой человек, да? И писать музыку, на самом деле, это не просто, и не просто, особенно психологически, что ты действительно вот все выкладываешь, еще это облекаешь в какую-то форму художественную, еще это представляешь на суд всех людей, да еще и после тебя, да, но это и поэтому что-то, какая-то огромная энергия руководит гениальными людьми, чтобы они создавали эти сочинения, а поскольку в музыке есть еще и исполнитель, да, и вот ты должен вжиться вот, как актер, а может быть даже еще больше. Ну, вот, кстати, профессор в Англии Ванесса Латаш как-то говорил вам перед концертами и перед экзаменами «have fun». Вот так, как вот такой настрой бы, да, иметь. До сих пор существует? Ну, на самом деле, я сначала после образования Московской консерватории, когда я это услышал, have fun, думаю, как это так? Ну, я иду играть серьезно, апассионату какой-нибудь, а тут какой-то звон. Но я потом понял, в принципе, это просто трудности перевода, потому что скорее это просто такой завод. У них идеологически это немножко по-другому. Have fun, ну это или и наслаждайся, и возрадуйся, я бы, наверное, сказал, вот да, на русском сказать. Потому что самое главное, на самом деле, не то, что успеешь ты нажать ты по всем клапанам или нет, а на самом деле изменится вот настроение, даже хотя бы настроение у публики. А еще лучше бывает, что и состояние такие письма другое. Получаешь после концерта. Люди настолько далеко уходят, какие-то стихи пишут сами, еще что-то, и думают действительно о музыке, о жизни, о природе. И ты думаешь, вот даже сам не ожидаешь, что, оказывается, твоя работа, то, что ты сам даже удовольствие получаешь, она настолько еще и полезна. Дорогие друзья, вы сейчас наблюдали пианиста-виртуоза Андрея Коробейникова без роялей. Видели, как он наш стол терзает? Скрипывать начал. Сергей Валерьевич, скажите, что, остались еще билеты? Есть надежда билеты еще, попасть? Билеты еще есть, да. И мы ждем всех наших поклонников, зрителей и слушателей. И те, кто уже видел Андрея с нами и в прошлый его приезд, и в позапрошлый приезд. Поэтому всех ждем с нетерпением 26 января в 18 часов в Большом зале концерт театрального центра «Югра Классик». Ну что ж, там и увидимся. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Отдельный привет Березову.